Долгожданный момент. Ставки будут, что там? Это кто-то... Да, мама и Ляночка написали, что Северус. Я говорю, какой Северус? Зачем мне ваш Северус? Особенно Гарри, Ляна. Гарри, это было больно, когда ты написала Гарри. Так, ребята, пишите, что в этом киндере будет. Да, уже начали. Ставки есть именно в этом? Гарри, да, Ляна, Гарри, то вообще будет пятый. Зачем? Вот. Я Северус. Думаю, Гермиона. Северус всегда актуален. Но это да, но лучше... Нам же Гермиона надо? Да, нам еще три надо. Ой, она не открывается, у меня руки вспотели. Не обращай внимания. Ну, я не могу слушать. Сейчас, сейчас. Боже, я боюсь. Северус всегда актуален. Это точно, это 100%, это 1000%. Ну, давайте слушать что-нибудь новенькое. Большая вероятность, что Гарик... разве а нет? Что значит? Так вот? Большая вероятность, что Гарик... Ну да, большая, но... Я открыла, представляете? Подождите, статья открыла. Я не знаю, что это. Мне страшно. Да ладно, Хагрид, у меня его нету! Да, все, все, все. Хагрид, представляете? О боже! Хагрид, ребята, дело в шляпе, слушайте. Хагрид, я просто вижу это и думаю, боже, я счастлива. Ой, Хагрид, смотрите, это же Хагрид, это же наш Хагрид. Зря я так сказала. Хагрид, Ляна счастлива. Супер, конечно, супер. У меня его нету. Это вообще, это счастье вдвойне. Хагрид, как же мы тебя ждали, слушайте. Ну, Хагрид вообще... Прикольно. Хаг, да, конечно, прикольно, Хагрид. Виталик бы заценил. Да, кстати, это же любимый перс Виталика. Согл, согл. Большая вероятность, что говорит. Симпотный дядя. Лена. Да, мужчина мечты. Мужчина в рассвете сил. Да. Симпотный мужчинка. Мужчина-бутылка. Все, забыли. Прошу прощения. Ребята, вы знаете, кто его выбирал? Ой, ну папа, ну давай уже не хвастайся, начинается. В общем, мы ставим Хагрида, я счастлива. Молодцы, это все из-за вас, вы выбрали циферку 2. В общем, папа, давай это...